Бочков. Непочтение родителей. Подрался своим командиром. Месяц без суда. По приказу начальника школы с правом возвращения в свою часть. Кудрявцев. Украл парашют. Кому он нужен, парашют-то? С крыши, что ли, прыгать? Месяц по заповеди с правом. Тираспольский. Цапля. Месяц правом. Хрусталев и Рудман. Групповое хищение со взломом. По 25 каждому. На всю катушку. И что вы там похитили? Муку. Муку? Да, муку. Эвакуированные? Из Днепропетровска. Где же это вы? На станции. Много? Много. Килограмма 3. У него мама больная. Это незаконно. Сколько вам лет? 18. 18. Да ну. А может быть, 13? Да здоровые мужики, не видно, что ли. Я их беру. Ченцов. Кровец строится. Выходи, строится! Вы тоже. Личные вещи. Ножи. Деньги. Часы. Сдать сержанту. Ножи. Деньги. Часы. Сдать сержанту. Ножи, деньги, часы. Нет. Тот, кто думает, что попал в хор Александрова, а не в штрафную роту, дважды дурак. Первый раз, потому что попал сюда. Второй, потому что не понял, куда попал. Родина-мать! Не за пенье вам будет менять лагеря на месяц штрафной. Садик!